Весь август в учебных заведениях Химок полным ходом шла подготовка к 1 сентября. Завершались ремонты школ и детских садов, проходили родительские собрания и встречи с представителями администрации. Глава округа Дмитрий Волошин лично осматривал многие объекты. Детский сад «Журавушка» во время капитального ремонта также находился под контролем руководителя муниципалитета. Дмитрий Владимирович проинспектировал его и проверил, как идут внутренние и наружные работы, благоустройство территории. Все замечания были приняты к сведению, и работы в итоге закончили вовремя. В обновленном саду «Журавушка» прошло первое родительское собрание. Заведующая Ирина Иванова рассказала о работах, которые были проведены в здании, о распорядке дня, который ждет ребят, и о других важных вопросах. В завершении встречи участников ждал сладкий сюрприз – торт от главы городского округа с изображением герба Химок. Сначала с ним сделали общую фотографию на память, а затем торжественно разрезали.